Общежитие – второй дом. Именно с таким девизом первокурсники заселяются в общежитие нашего университета. А для вуза главным является безопасность студентов. И одним из нововведений в этом году стала памятка пожарной безопасности, написанная на двух языках. Но и развлечения занимают далеко не последнее место. Здесь можно найти новые увлечения, друзей и свою любовь. Насчет досуга, досугом сказали, можно заниматься, можно сказать, каждый, там, не знаю, там, баскетбол, волейбол. Ну, я вот, не знаю, я лично предполагал, как вот заселюсь, я предполагал нам заняться бегом, турниками. Для того, чтобы заселиться в общежитие, нужно предоставить пакет документов. И самое главное – заявление о том, что нужна комната. После успешной регистрации и заселения первокурсники идут получать белье. Но на этом испытания не заканчиваются, потому что студент еще должен привыкнуть к своему новому дому. Ну, самое яркое, может, когда студент перепутывал общежитие. Он решил, пришел в пятое общежитие, решил, что это его родное шестое. Это было смешно, когда он сказал, а что это у нас вахта так вся поменялась. С каждым годом Юргу принимает все больше студентов не только из Челябинской области и мегаполисов России, но и из-за рубежа, например, Китая, Шри-Ланки, Конго и Ирака. А студгородок для них – это большой дом, в котором объединены все под одной крышей.